Мошенники-мигранты, которые раскаялись в обмане пенсионерки, сбежали из России. Как стало известно сотрудникам управления уголовного розыска, преступники, получившие от пожилой женщины в Ленинградской области 500 000 рублей на ремонт крыши, нарушили подписку о невыезде. Ранее сообщалось, что злоумышленников задержали сотрудники управления уголовного розыска. Отмечалось, что двое мигрантов пообещали пенсионерке починить крышу ее дома, взяли аванс в 500 000 рублей и сбежали на родину. После возвращения в Россию их поместили под подписку о невыезде, поскольку они сообщили, что глубоко раскаиваются в содеянном. Уже спустя 2 дня подозреваемые пешком пересекли границу Российской Федерации и сбежали от правосудия. Теперь следствие будет рассматривать вопрос об объявлении их в федеральный розыск.